блестящую красавицу, на снежную красоту, на все шоу мы приглашаем детей, малые мужчины, многодетные, за свой путь. Скажем. Да, у нас это, конечно же, не первый опыт. 10% билетов, общий примерно это 30 тысяч билетов в год, мы дарим для детей детские дома, дети инвалиды, дети и семьи СВО, врачи, потому что пандемия очень была сложная, мы должны были как-то поддержать. И вот сегодня беспрецедентно, уже на третьем шоу к нам приезжают дети из Курска, Брянска и из Йорк-Петел. Для нас это большая честь, потому что они выходят, у них слезы на глазах. Многие дети вообще впервые видят такое шоу, впервые видят лед, ледовое шоу. Конечно, для нас это и гордость, и трогательность, они обнимают, они привезли нам подарки, которые они сделали собственными руками. И это очень трогательно, потому что они ехали очень долго, и мы видим слезы на глазах у детей. Для нас это, по-моему, лучше. Расскажите немножечко в деталях, какие подарки, что привозят, какая обратная связь? Привозят поделки, которые они делают из пластилина, шьют всяких гномиков, Саши дарят, Евгению дарят рисунки. Благодарностью рисующие у кунчиков. И сказали многие сегодня, что сбылась их мечта, потому что они хотели увидеть живого кунчика. Да, но очень многие хотели, мы услышали их кунчика увидеть, потому что это волшебство, что волшебное сегодня будет. Очень много сегодня, знаете, с красивыми кунчиками. Мы первые начали делать сияние. И единственные делаем в мире. Забиты, и очень, конечно, много детей. Мы счастливы и рады. Смотрите, вот они машут руками и уже ждут там. Наша, на самом деле, была задача на всех наших стасах, да, привить историю, чтобы родители уже ходили с детьми. У нас это получилось. Поэтому наши шоу, наши сказки, это на них называются семейные. И каждый, конечно, мы хотим поблагодарить президентский фонд культурных инициатив, благодаря которому все это состоялось, потому что они нас поддерживают, многие наши шоу, и понятно, что отдача, конечно, колоссальная, потому что шоу очень любят наши зрители, и поэтому всегда полностью. И, конечно же, важно, вы спросили, что, какие сюрпризы. Саша Кусин, Алена Костарна, мои спортсмены, и Жилина, и Титов, ну и многие, конечно, мой сын в роли Чернобыльчика, который, слава Богу, прибавляет. Даже маленький Арсений Прыщенко выйдет в роли маленького щелкунчика в самом конце. Поэтому оставайтесь с нами и приходите в наше шоу и наслаждайтесь уже предновогодним.